Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала на канале Джека Фроста. Это просто Джек Фрост. Всем здравствуйте. С великим праздником Троицы. Сегодня мы посмотрим, необычный такой выпуск будет. Undertale. Как и появилось, это что-то новенькое. Undertale демо посмотрим. Your name. Давайте попробуем подключить приз. Знакомая локация, плавание, привет. Привет, тебе. Теперь удобно, не волнуйся, я тебе всему обучу. И поехали. Или будешь убит, ну там все дела, слава, до свидания. И мне никогда не нравился. Давайте попробуем перепройти этот уровень. Геноцид Чара. Это то же самое, привет, я плаваю, там все дела. Тебе неудобно, не волнуйся, я тебя всему обучу. Да, хпшку сняла. Идиот, этот мир же. Убей или будешь убитым. Да. Не, ну, кстати, классная такая интеграция получается. Ну это демо, ну примерно, это 5. Мне очень понравилось. И... как бы вот так вот. Дальше. Дальше что у нас хорошо тут? Снова Undertale демо. Давай посмотрим. Ух ты, вот это вот. Это помните, когда Крис свалился на эти цветочные теперь. Слушайте, вообще офигенно. Привет, я плаваю. Я плаваю. Это Undertale, там все дела, я тебя обучу. Все нормально будет. Готов. Офигеть. Вот это офигенно. Любовь, лепестки любви. Извините, я катапультировался. Просто. Ладно, хорошо. Просто не стали слушать, ну просто. Да хорош, Вася, ну. О, Вася, хорош. Давай. Давай. Вот сюда. Shift, ну shift. Тут, блин,
куча всего этого. Я жизнь и любовь. Не волнуйся. Коннектовин. Да нет, все нормально. Слушайте, вот серьезно, вот прочувствовал атмосферу Undertale. Это вообще шикарно. Даже заставка такая же была. Undertale Fixit, ну давай. Я говорю, этот рейтинг вообще не играет никакой роли, играл в убийство брата. Так, пардоньте меня, но блин, а как тут это сам выворачивается? Замечательно, блин, просто 10 из 10, ну, не знаю. Undertale здесь не будем. Undertale Pop давайте. Знаете, я кепу подарил онлайн, ай. Блин, это жестко было сейчас. Так нужно было сделать, потому что там... Это... Копье, блин, ай. Тихо. Опять там какое-то мясо, блин. So what? Блин, я просто красавец. О, да! Да, блин. Да, ёк. И вот так вот. И он прилег просто. Ну, я говорю, есть прикольный... А, это Асгор был, точно, Асгор. Вот я понять не могу. Так, еще один покупать. Ладно, давайте еще один покупать пройдем. Ну, 10 минут, 10 минут, господи. Еще не чары. Damn it! Oh my God! Oh no! Вот такая вот карма. Вроде победили, а вроде потом получили. Ну да.
Так что у нас еще тут хорошо? Квиц. Блин, привет. Welcome to Undertale Quiz. Сейчас будут вопросы, наверное, задавать. Jump. Да. Да что ж такое, ну что ж ты прокатерил, ты забывай. Все нормально. Первый вопрос, да мне пофиг, я буду отвечать как попало. Корректно. Второй вопрос. Ну это по-любому триэль. Нет. Ну вот что значит не читать вопросы, я говорю. Да что? Хоть подушку какую-то поставил, хоть подушку пердушку, ну. Ну да, нахрен ноги. Итак, Чарли не может убить. Итак, корейцы дальше. Да плавай, конечно, мы встречаем. Это так. Третий вопрос, тихо. Кто она? Кто он? Азриэль или Чарли? Азриэль, если проплаваю, вопрос то Азриэль. Да, ты прав. Спасибо. Чарли кто? Да что? Человек он. Не, ну тут я с автором немножко не согласен, потому что Чарли на самом деле первоначально. Простите уже за мою резкость, чтобы окончательно, перед тем как окончательно звездануться и устроить геноцид в Undertale, она была человеком, то есть демоном. Угу. Не, ну потом-то она стала демоном. Либо тут... Вопрос в том, что как бы, изначально, ну, понимаете, как бы история Undertale говорит о том, что как бы до Фриска падал не только Фриск. Но была и Чара, которая погибла, блин, надо сломать. Слушай, ты космонавт, иди ж тебя в корму. Поехали дальше. Вопрос третий. Кто? Плавай, это... Я вроде четвертый, ладно, я соглашусь, что... Это же действительно демон, но... Я говорю... Может, автор не до конца... Читал историю, я прочитал ее так, что первоначально Чарли была человеком, блин. Короче, понятно. Куча ловушек. Блин, ну, как бы мы ответили на вопросы, я не знаю, ну, серьезно. Так, ладно, завершающий уровень. Просто Undertale. Я не знаю, что игры. Я рандомно выбираю.
На этом и закончим наш выпуск. Так, поехали сюда. Извините. Сорян. Ну все, я плаваю и вот так вот, короче говоря. Ладно, друзья мои. Как бы... Не знаю. Давайте вот это вот хотя бы включим. Так, не это. Ну давайте вот закончим на этом. Фриз карт. Короче, друзья мои, вот такого вот Undertale. Мне опять. Кому видео понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал, жмем на колокольчик. С вами был Джек Фрой, всем пока-пока.